станции региона Владимир Рогов. По его словам, 34 мирных жителя получили ранения. Обстрел колонны произошел на Ореховском шоссе, откуда формируется колонна для выезда в область, уточнил Рогов. Он также предположил, что украинские войска обвиняют в этом обстреле российскую сторону. В результате обстрела Херсона погиб первый замглавы областной администрации по безопасности Алексей Катерьевич. Об этом сообщил член общественной палаты России.